беседуй сердце мое такое, испытывая, неужели навсегда отремонт Господь не будет более благоволен. Помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Всемогущий Боже, очень милосердный, я, бедный грешный человек, исповедую Тебе все грехи, помышлением, словом и делом содеянным. И я вполне заслужил гнев Твой, и как временное, так и вечное наказание. Но я сердечно о них скорблю и сокрушаюсь, молю Тебя ради беспредельного милосердия Твоего и ради тяжких страданий и смерти возлюбленного Сына, Искупителя моего, будь благ и милости ко мне, бедному грешнику, прости мне все согрешения и милостиво даруй во исправление жизни моей, силу Духа Твоего Святого.
«Умывающий сильных с престолов и возносящий смиренных, молим Тебя, огради нас от упования на свои заслуги или добрые дела, но даруй нам полагаться на Твою безграничную милость и искупление. Даруй нам немощью нашей увидеть новую жизнь, полную Твоей славы и истинного смирения, через Иисуса Христа, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего». Аминь. Аллилуйя.
перед Господом нашу святую христианскую веру, апостольским символом веры, который находится в Красных Козерах на 15 странице. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых в третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, во святую Вселенскую Церковь, в общение святых, в отпущение грехов, воскрешение плоти и жизнь. Присаживайтесь.
говорит нам об отношении Христа к фарисеям, но удивительно, что он обращен к ученикам и народу. И нам может показаться, что это в корне неправильно, потому что если Христос говорит о фарисеях, наверное, и критикуя их, то, наверное, было бы уместно, чтобы Спаситель обратился именно им, к ним. И вспоминается Иоанн Креститель, который, когда фарисеи, книжники и саддукеи шли к нему креститься, он обратился к ним с такими словами: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». Но, как мы видим, Иисус оказался более терпелив своим собеседникам. Он не называет их ни порождениями ехиднины, ни какими-то другими словами. Хотя можно сказать, что беспокойство они создавали Иисусу во время его проповеди очень много. Мы понимаем, что Иисус ходил по городам и селам для того, чтобы проповедовать о Царстве Небесном, чтобы призывать людей к покаянию, чтобы искать заблудших, ну и тому подобное. То есть у него были свои какие-то цели и задачи. И мы видим, что в его деятельность регулярно попадают фарисеи или саддукеи, которые подходят к нему и задают какой-то коварный вопрос. Вопрос, на который ответить не так просто. Он требует обычно такого большого рассудительного ответа. И Христос вынужден на это отвлекаться. Но вот однажды Спаситель и фарисеям задает вопрос, чтобы и они могли ответить на, можно сказать, такой коварный вопрос: что вы думаете о Христе, чей он сын? И на этот вопрос фарисеи попытались ответить. Христос задал еще один вопрос, и после этого они пришли в молчание. Они не знали, что ему ответить. Писание нам говорит так: после этого никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть вот те фарисеи, которые регулярно приходили и задавали какие-то вопросы, им дали понять о том, что лучше не вступать в дискуссию с Христом, если вы не понимаете, о чем говорить. Ведь неоднократно в Евангелиях мы можем услышать такую фразу, что Иисус учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. Тот, кто действительно разбирается в Слове Божьем, тот, кто действительно знает Небесного Отца, знает тайны Царства Небесного. И мы видим, что Христос в этом случае поставил на место фарисеев весьма деликатное, то есть вопросом, как они это любят. И он не обидел, не оскорбил. И даже мы видим, что в сегодняшнем Евангелии он также, с одной стороны, подчеркивает их достоинство, а с другой стороны, он критикует их за неправильные вещи. И вот самое первое достоинство, которое мы видим, что Христос подчеркивает, заключается в том, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. И это действительно такое достоинство, то есть они знают, что нужно делать. Они знают, что означает закон Божий, но Христос продолжает и говорит о том, что по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. И вот, собственно говоря, мы видим в этом евангельском тексте о том, что Христос ссылается на некое седалище Моисея. И, конечно, это требует такого сразу пояснения. Это не какой-то трон и не какое-то прям такое сиденье, на котором сидел Моисей. Речь идет немножко о другом. В данном случае Христос подчеркивает,
подчеркивает, что они заняли то место, которое в свое время занимал Моисей в народе израильском. То есть самое высокое, самое почетное, самое значимое. Мы знаем, что через Моисея говорил Бог. И об этом сами фарисеи говорили. И вот они, находясь на этом седалище Моисеевом, они как бы возвещают, что их устами говорит Бог. Но так ли это было на самом деле? На самом деле они действительно много чего учили правильно, но не всему. Потому что оказалось, что они действуют гораздо серьезнее, чем Моисей. И в данном случае седалище Моисеева, как я уже сказал, это не какое-то место, это не какой-то диван, стул или что-то такое, на котором сидел Моисей. Это такой образ, который показывает, что у фарисеев, у саддукеев было такое исключительное право проповедовать. То есть не то, чтобы они никого не пускали прочитать Слово Божье, но они делали так, что никому не хотелось занимать их место. Потому мы читаем о том, что они занимали первые места в синагогах, любили находиться на таких пиршествах. И в синагогах было действительно так, что первые места занимали фарисеи, и каждый мужчина в израильском народе мог выйти, прочитать Святое Писание и добавить к нему некоторое толкование. Здесь нужно сказать, что это не запрещалось, это было возможным, но также было и возможным, что люди, которые занимали самые почетные места в синагогах, самые авторитетные фарисеи, могли во время толкования прервать человека и сказать: «У меня вопрос». И на этот вопрос нужно было ответить. А мы понимаем, что фарисеи простых вопросов не задавали. И если человек дерзнул открыть Писание и толковать, то он должен был обязательно ответить на вопрос, который обязательно бы последовал от фарисеев. Причем вопрос, как правило, не по существу, а из области какой-то казуистики, какой-то маленький нюанс, который фарисеи и остальные все точно знали, но другие люди могли этого и не знать. И поэтому, конечно же, фарисеи сели на седалище Моисеевом, и никто не хотел с ними тягаться в этом диалоге, в богословском диспуте. И вот они учили Израиль, как следовать закону Божьему. Стоит обратить внимание на то, что эти люди, фарисеи, книжники, они действительно знали закон. И знали его очень хорошо. И более того, они искали способы его применения так, чтобы им самим это было не накладно. И в то же самое время они трактовали его порой очень специфично. То есть на одну заповедь накладывали еще одну, на эту заповедь накладывали еще, и в итоге от всего закона оставалось не так много. Один такой классический, наверное, очень яркий пример, который мы с вами можем сейчас привести, это пример из катехизиса. Есть заповедь, которая звучит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Действительно, такая заповедь и есть. Но как ее соблюдали фарисеи? Они, размышляя в себе, сказали, что,
главным является вот эта напрасность. Не произносить имени Господа Бога напрасно. То как я могу узнать, напрасно я призвал имя Божье, произнес его в суете, или это было нормально? А было ли правильно расположено мое сердце так, что я не понесу за это никакого наказания, или все-таки что-то со мной было не так, и Бог меня накажет? Но чтобы не искушать Бога, давайте мы не будем произносить имени Бога совсем. Тогда не будет напрасно, тогда не будет наказания. Ну, собственно говоря, примерно руководствуясь такой логикой в израильском народе и сложилась эта традиция не произносить того имени, которым Бог открыл себя Моисею через горящий куст. Помните, Бог открыл Моисею имя, но это имя не стали произносить. Они заменяли это словом «Господь». И вроде бы всем было понятно. Иногда они заменяли имя Божье на понятие «небеса». Именно поэтому мы в Евангелии от Матфея частенько слышим «Царство небесное подобно». В то же самое время, как евангелист Лука приводит слова Христа по-другому. Он говорит «Царство Божие подобно». И вот в этом и были такие обходы Слова Божьего, которые фарисеи исполняли. Более того, мы можем сказать, что некоторые заповеди, которые не требовали буквального исполнения в прочтении фарисейском, они становятся прям очень важными и требуют буквального исполнения. В сегодняшнем евангельском чтении мы видим, что Христос говорит о них, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежды. И вот вначале хотелось бы остановиться вот на этих двух понятиях. Хранилище и воскрили. Что же это такое? О каких хранилищах идет речь? Дело в том, что в книге «Исход» в 13 главе, в 9 стихе, там есть некое предписание о том, что Слово Божье нужно повязать на голову и на руку. Ну, как бы это означало, что надо жить и умом понимать своим, и руками своими трудиться, чтобы исполнять Слово Божье. Но очевидно, что речь не идет о том, что мы должны Библию приложить к своему лбу или приложить к руке. Но, тем не менее, израильский народ подошел к этому буквально, сделали вот эти хранилища, в которых были помещены строчки Священного Писания. И они их повязывали на руку, повязывали на лоб на время молитвы. И вот эти хранилища фарисеи увеличивали. И более того, говорят, что их одевали не только на время молитвы, но в обычное время. Потому что они отпугивают злых духов. И это становится вообще странным. Какое же это упование на Слово Божье? Это звучит совсем не так, как Библия нам об этом говорит. Ну, с хранилищами вроде бы понятно. А что такое воскрилие? Это такие маленькие кисточки, которые пришивались к краям одежды. И эти кисточки должны были напоминать о том, что израильский народ должен соблюдать заповеди Божьи. Но практическое предназначение этих кисточек заключалось в том, что они служили такими утяжелителями, и они, ну, несколько разглаживали одежду таким естественным образом. И воскрили одежду фарисеи тоже увеличивали, чтобы люди их видели. Именно за такое поведение Христос и упрекает фарисеев. Но он так
также предостерегает своих учеников. Он говорит, что мы должны делать, чтобы не уподобиться фарисеям в таком желании исполнить закон Божий. Конечно, их любовь к закону, она понятна, и это хорошо, и, наверное, этому мы тоже должны поучиться, то есть желание исполнить волю Божию, исполнить те слова, которые Бог заповедует. Но важно же не просто слепо исполнить как ритуал или как некоторую традицию, важно всем сердцем понимать, что это означает, и иметь горячее желание следовать воле Божьей. Тогда это действительно будет правильно. И Христос в сегодняшнем Евангелии предостерегает и говорит о том, чтобы немногие не назывались учителями, чтобы не называли никого на земле отцом, чтобы не назывались наставниками. То есть как бы три достаточно важных предостережения, о которых тоже следует нам сегодня сказать. Действительно, а нужно ли эти слова исполнить буквально? То есть никого не называли учителем, отказаться от так называемого отцовства, то есть ни на кого не называть отцом, никого не называть наставником, и это было бы действительно очень странно, потому что в нашей жизни мы понимаем, что у нас есть учителя, у нас есть наставники, у нас есть отцы, к которым мы обращаемся, которыми мы, может быть, порой и гордимся, потому что они смогли научить нас чему-то важному, одни смогли научить какой-то профессиональной деятельности, другие заложили моральные, нравственные устои в наше сердце, а третьи дали нам определенные навыки. И, конечно, когда мы выросли, когда мы профессионально, можем сказать, что состоялись, мы хотим сказать о том, что у нас был такой учитель. И было бы, конечно, неправильно, наоборот, говорить о том, что я всего добился сам. У меня нет никакого учителя. Я вырос хорошим человеком, у меня нет отца. Это все будет абсолютно неправильно. Потому что Христос говорит не об этом. Христос не призывает буквально исполнить эти заповеди, эти слова, что не называть никого. Он говорит, не называйтесь, не стремитесь к тому, чтобы возвыситься над людьми, не думайте о себе больше, но в кротости и смирении совершайте свое земное служение, к которому Бог вас призывает. Действительно, очень важно нам понимать, что у нас есть один Отец на небесах. Для нас очень важно понимать, что именно Христос донес до нас евангельскую весть неискаженную, абсолютно правдиво, во всех деталях, во всех тонкостях. Он рассказал нам, что такое Царство Небесное и каков Небесный Отец. Если же кто-то думает, что он способен больше сделать, чем Христос, то, конечно, этому человеку нужно сказать, не надо, не думай о себе больше, не называйся наставником, не будь учителем, потому что есть Христос. Но если мы целиком и полностью признаем, что это Христово, мы сами ничего не сделали, все, что мы можем делать, это благодаря Иисусу Христу, то это будет правильное наше поведение. Если мы добились какого-то профессионального роста, то, конечно же, мы должны упомянуть своего учителя, преподавателя и возблагодарить Бога за то, что Он даровал нам такого наставника. Но самим требовать, чтобы назывались учителем, и желать такого наставничества, это будет абсолютно неправильно. Это будет такая фарисейская модель поведения, от которой Христос нас предостерегает. Здесь есть еще один очень важный нюанс, который говорит нам о том, что
отцом себе не называйте ни на кого на земле, ибо один у нас Отец, который на небесах. И можем себе представить, если бы в христианской церкви проповедовалось и говорилось о том, что вот у вас есть Отец, забудьте, обращайтесь к Нему по имени. Какой Отец, какой Папа? Только по имени. Ну или уважительно по имени отчеству. Но это было бы абсолютно непонятно, это было бы абсолютно неправильно. Ведь Христос говорит об этом, почему? Он предостерегает нас от самовозвышения, но истинное понимание отцовства принес именно Христос. Потому что именно Он был смиренен и послушен своему небесному Отцу. Он показал, что означает быть настоящим сыном, и тем самым Он показал, что означает быть небесным Отцом. Он показал нам небесного Отца. Апостол Павел очень хорошо говорит об этом в одном из своих посланий. Он говорит: «И сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». От Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. То есть именно от Небесного Отца мы должны научиться, что означает быть учителем, что означает быть отцом, матерью, судьёю, начальником и тому подобное, потому что именно от Небесного Отца именуется всякое Отечество и на небе, и на земле. В Библии есть очень замечательные примеры. Апостол Павел пишет много различных посланий, и есть послание, которое он адресовал Тимофею и Титу. Об этих людях он говорит как о истинных сынах веры. То есть он обращается к ним как к своим детям, как к своим сыновьям, хотя они сыновьями ему не являются. Но тем самым он косвенно говорит о том, что да, я как отец. А где-то в послании он прямо говорит: ныне в узах родил вас, говоря о своей пастве, которая стала верующими благодаря служению апостола Павла. Это действительно очень важно, чтобы вы понимали, что благодаря познанию отцовства мы можем познать, что означает быть детьми Божьими. Именно смиренно, кротко, научаясь у Иисуса Христа, мы становимся детьми Божьими через Голгофский крест, через который происходит усыновление. И, конечно, тогда мы взываем, как апостол Павел говорит, «Аба, Отче!» И молимся той молитвой, которой Христос заповедует нам, говоря молитвы так: «Отче наш, сущий на небесах» и так далее. Христос же все это заповедует, и тем самым Он предлагает нам действительно осознать, что через познание отцовства мы узнаем, что означает быть детьми Божьими. И как дети Божьи мы к Нему взываем в молитве, в благодарении, в прошении, с песнопениями, с хвалой, с благодарением. А по-другому мы не можем, потому что это наш Небесный Отец. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления в Христе Иисусе. Аминь.
Также во вторник, 30 августа, состоится вечернее богослужение молитвенное в Вестер, 15:00. При входе в храм установлен ящик, в который вы можете опустить молитвенные записки, и мы помолимся о ваших нуждах. Также хотим всех пригласить и присоединиться к курсу «Основы христианской веры», который у нас проходит по воскресеньям после основной службы. Кто еще не был, тоже добро пожаловать. Курсы проходят бесплатно. Также хотел обратить внимание, что 26 августа на Национальном совете Церкви Инглии было принято решение об открытии вакансии на 2 месяца на должность настоятеля нашей общины. Прошлое богослужение было собрано пожертвование на сумму 2984 рубля. Во время следующего гимна мы также будем собирать пожертвования на жизнь и служение до нашего прихода. Как написано, каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не принуждением, ибо доброход удающего любит Бога. И после богослужения всех приглашаем в особую комнату, чтобы продолжить общение за чашкой чая и кофе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми. Аминь. Своим трудом. Господи, услышь нас. Услышь.
страхом Божьим, любовью и миром. Полевым плодам заводим урожай потребностей и пропитания тела нашего, да примем с благодарением во всякое время насущный хлеб и всякий дар Твой. Сохрани нас благодать от всякого лжеучения, мятежа, раздора, войны, кровопролития, от эпидемии и неурожая, от пожара и наводнения, особенно от злополучной смерти без покаяния. Будь попечителем вдов и отцов и сирот. Посети благодать у всех бедных и одиноких, больных и скорбящих, находящихся при смерти и подвергающихся другим испытаниям наших родных и близких, о которых мы молимся. И мы молим Тебя, Господи, благословить нашу общину, приход церкви святого Иоанна. Просим Тебя благословить все служения, которые у нас проходят, и молим Тебя о каждом нашем прихожанине. Просим Тебя, Господи, руководство в нашей жизни, чтобы мы могли нести свое служение на этом месте, на котором Ты поставил нас. Молим Тебя, Господи, также о курсе основ христианской веры, которые проходят у нас. Молим Тебя, Господи, о музыкальном
Тебя, Господи, святый, всемогущий Отче, вечный Боже. Через Иисуса Христа, Господа нашего, ради которого Ты милуешь нас, прощаешь нам грехи и обещаешь вечное блаженство. Посему с ангелами и со всеми святыми поем Тебе хвалебную песнь. Yeah.
сюда. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует
тебя, да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
дарами, которыми Он наделил вас. Аминь. Всем добро пожаловать в приходскую комнату, попить чай, кофе. Vaatasin, et kootud ja... Ma ei oska. Ei, no niisugust asja ei saa. Ei, ei. Ma võin olla keegi saa. Сейчас у нас рабочий процесс. Вы спускаетесь вниз, да, пьете чай, кофе, поэтому как бы вашу часть здесь не нужно. А потом мы подойдем посмотреть фильм. Ну, фильм будет еще через месяц. Ну что вы, ну это не делается мгновенно. Вот наша фанта. Вот это будет старшая дочка, это будет Я сегодня сказала, бешеный день. Я прошу прощения, давайте либо в следующее воскресенье пообщаемся. Ну, вы можете теперь на телефон записать. Я сама принесла, ставлю карты, да. Всех зовут туда, всех приглашают. Я бы написала свой номер. Ну, я визитки, на визитке все есть. Электронная почта. Есть, там есть у нас. Если вы собираетесь, вот, вот,